Красавчики мои тюльпанчики. А вот эти махровые купила в прошлом году. Но они должны были быть полуметрового роста. А что-то они получились коротенькие. Тюльпаны у меня растут на овощной грядке. Потому что она высокая. А так у меня всю зиму стоит вода. А тюльпаны не любят затопления. Еще вот здесь вот остались такие темные. Темно-бордово-сиреневые какие-то. Но они мелкие. Это голландские тюльпаны, они мелкие. А остальные тюльпаны у меня пропали, к сожалению. Основная часть тюльпанов выглядит вот так. У них есть листочки. У них есть даже вот там бутончик. Нет, это тоже листочек. Но непонятно, что с ними произошло. Вот здесь вот. Вот там вот явный бутончик. Видно, не видно? Видно, наверное. Очень плохо видно в солнечный день. Плохо на телефон снимать. Сейчас я хочу посмотреть, что же с ними происходит. Поэтому я жестко подроюсь. Вот луковица. Луковица хорошая, только у нее отваливаются корни. Вот. Прямо рукой вот отваливаются корни. И луковица такая вот вялая. Верхние слои лука. Знаете, как у репчатого лука, когда он уже не свежий, полежит долго. Сейчас вот здесь посмотрим еще. Вот тоже. Корни отламываются. Вот. Вот, все. Пальцами потянула, и все, гнилые корни. Что это такое? Ну вот тоже верхушка. Вот она чистится, как репчатый лук. Вот это что такое? Вот такая беда у меня в этом году произошла с тюльпанами. И вот все. И вот они все такие, они все такие. Вот здесь смотрите, сколько деток. И мертвые луковицы, мертвые корни. Ну почему так? Что случилось? Что-то произошло за последние 2 недели. Что произошло, непонятно. Вот они, вот они. Пахнут обычно, не воняют гнилью. У этой вообще корней нет. У этой вообще куда-то делись все корни. А здесь корни есть, но дохлые. В общем, вот такая беда произошла у меня с тюльпанами. Придется купить все новые. А эти красивые такие были, очень жалко. Но самое печальное, что я не понимаю причины. Здесь тоже. Но здесь вот луковка. Здесь, я смотрю, плесень какая-то пошла. Надо будет здесь землю, что ли, еще обработать вдобавок. Вот так. Кто что скажет? Кто что может посоветовать? Даже не посоветовать, а попытаться, может быть, объяснить, что произошло. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Пишите в комментариях, буду рада любым советам и мнениям. Пока-пока.